Мы провели хорошую игру, достойно смотрелись в обороне. У нас было достаточно голевых моментов. Во многих компонентах, по сравнению с предыдущими матчами, удалось улучшить игру. Мы снова конкурентоспособны, у нас большое желание биться друг за друга. И я считаю, что эта победа в первую очередь важна для нас, футболистов. Надеюсь, она даст нам хороший импульс на оставшиеся до перерыва в чемпионате матчи. Перед своей публикой всегда хочется побеждать, тем более, что последними результатами мы своих болельщиков не сильно радовали. Конечно, нужно было победить, и мы этого, к счастью, сегодня вечером добились. У нас качественная команда, но в футболе каждую неделю, а вот этой осенью нам каждые 4 дня нужно доказывать, что ты лучше соперника. Теперь нужно продолжать работать, чтобы можно было сказать, что от матча к матчу мы становимся лучше. Конечно, у тренера своя философия, видение игры, которую он старается нам привить. Например, во втором тайме Кубани удалось наладить хороший контроль мяча. Сегодня мы старались им дорожить, по возможности играть просто и уверенно. Но становление игры – дело не одного дня, нам еще много над чем нужно работать. В чемпионате еще достаточно матчей, в каждом нужно стараться добиваться максимума, чтобы говорить о своих позициях и содержании игры более серьезно.